А они здесь зачем? Сюмбюль. Госпожа, мы пришли, чтобы забрать детей. Мама, что случилось? Ну нет. Детей вам не отдам. Убирайтесь. Если посмеете тронуть их хоть пальцем, задушу вас собственными руками. Ой, Аллах. Вы все не так поняли, госпожа. Опасности нет. Валиде приказала, чтобы Шахзаде какое-то время пожили во дворце Хатидже Султан. Не верю тебе. Откуда мне знать, что это не ложь? Уходите. Не берите вы грех на душу. Уходи, Сюмбюль. Убирайтесь, я сказала! Назад. Мы уходим.